This really shouldn't work at all, but it does. I'm back and forwards like a supercharged shuttle bus. You knock me upside down all over the place, giving me the innocent baby doll face. You reach out with your gentle hands and crush me like a monstrous man-eating clown. Everybody thinks I'm a fool for you, 'cause no one knows the things that I know that you can do. Я снимаю очередной влог. А сейчас, на данный момент, я только проснулась. В общем, успела умыться, сделать себе еду. Вот что я буду кушать. Чай с кучей конфет. И да, я еще не застелила даже кровать. Кому это надо, честно? Вот так лень вообще что-то делать. Эти две недели так задолбалась. Я параллельно работала и параллельно, короче, занималась документами. Это очень на меня давило, потому что я не высыпалась, я не отдыхала практически и, в общем, измоталась полностью. Я ушла с работы, в общем, там не просто из-за того, что я устала, а просто еще на работе всякие нюансы были. В общем, не суть. Я сделала себе несколько недель выходных, так сказать. Но все равно я очень часто ходила в ФМС и чуть ли не ночевала даже там. Поэтому было тоже тяжело и морально, и физически высидеть там с утра до самого вечера. И морально было тяжело, потому что ты не знаешь, получится у тебя сегодня сделать то, что ты должен сделать, именно по документам. Ну, в общем, не буду вас грузить. Сейчас у меня якобы новая работа. Честно сказать, тоже куча своих нюансов. Я не знаю, я, наверное, сниму отдельное видео. Меня, кстати, просила одна девушка еще в группе ВКонтакте, чтобы я сняла видео про обучение в целом, про работу. Но скажу вам про обучение, навряд ли я что-то могу сказать, потому что мне не довелось учиться нигде, ни в универе, даже в техникум не довелось пойти. В то время, когда все учились, я, в принципе, уже работала. Ну, не суть. В общем, сейчас я на новой работе, и она тоже меня выматывает, потому что я работаю, в принципе, там 2 через 2, с 10 до 10, привыкла отдыхать, привыкла к такому уже ритму и отвыкла от работы, так сказать, находить вдохновение в каких-то вещах, в каких-то людях даже, вот как, например, сплошная мотивация — это канал Jerry Love Body. Я обожаю ее видео, они тоже такие своего рода сумбурные, но в то же время они очень мотивирующие. Такие люди мотивируют. Последнее время меня мотивирует еще погода. Вот, допустим, сейчас у нас солнце на улице. Я просто вот проснулась, и у меня уже хорошее настроение. Знаете, когда я смотрела на людей, которые говорят: вот, меня вдохновляет погода, я проснулась, птички поют, я не знаю, там еще что-то, меня вдохновляет вот природа какая-то. Честно, я смотрела и думала, ну не дебилы, что ли, как это может вдохновлять? Допустим, на тот момент меня это не вдохновляло, поэтому я так и считала. Сейчас я не знаю, с чем связано, наверное, опять переоценка ценностей, переоценка жизни, да, в каких-то моментах жизненных и жизненных ценностей. Поэтому, наверное, меня сейчас и вдохновляют, в принципе, всякие такие мелочи, вот, к примеру, там, снимала видео на природе про покупки Lush, The Body Shop. Мне это видео, я не знаю, далось такой легкостью. Нужно везде находить мотивацию. Как бы это глупо, странно,
я не знаю, по-дебильному не звучало, нужно находить во всем мотивацию. Я не знаю, я как дебил сейчас действительно во всем вижу какой-то позитив. Я не знаю, насколько долго хватит этого позитива во мне, потому что я, по сути, во мне именно больше пессимизма всегда было. Если у вас какое-то угнетенное настроение, если вам очень плохо, то вы посмотрите вокруг просто. Во-первых, просто даже подумайте о том, что вы живы. Радуйтесь этому. Вот такой у нас туман сегодня. Да, и сейчас буду снимать видео про покупки, но видео будет такое немножко необычное. Захотелось эти все продукты показать в работе, как они будут, соответственно, выглядеть на лице, как они будут наноситься. Это такое будет видео first impressions и покупки. Близко не буду показывать, чтобы была какая-то интрига. Я до сих пор валяюсь в постели, потому что мне вчера было жутко плохо. Я обещала, что буду рассказывать про то, как я работаю, куда я устраиваюсь. Отчасти я хочу просто поделиться тем, какие работодатели бывают. Потому что я меняю часто работу. В России, допустим, в силу того, что я не имею гражданства, официально, соответственно, меня никто не берет на работу. Я бы с радостью нашла бы какое-нибудь место. Обычное, не обязательно это офис и что-то престижное, обычную работу, чтобы просто сидеть, ну, в плане, я имею в виду, работать, и чтобы никто не полоскал мозги. Я извиняюсь за такой ракурс, в общем, у меня вчера было плохое действительно самочувствие, у меня пониженное давление было, и я просто умирала, меня выворачивало наизнанку, я не знаю, люди, у кого-нибудь такое бывает, у меня раньше такого не было. Я не страдаю вообще там какими-то перепадами давления, я редко когда чувствую именно из-за давления себя плохо. Обычный дождь идет, вот, и это длится 3 дня, поэтому все эти 3 дня мне было плохо. Но вот вчера было, наверное, хуже всего за эти 3 дня. Я рада, что сегодня я проснулась, и сегодня не такое состояние, по крайней мере, не болит голова, не ломает кости. Я говорила как-то, упомянула во влоге, что была на собеседование и устроилась на работу. Устроилась я администратором фитнес-клуб. Фитнес-клуб для ленивых под названием Тонус Клуб. Я оставлю где-нибудь картинку, чтобы, не знаю, предостеречь кого-то. Я знаю, в Москве есть такой клуб. Он, может быть, немножко по-другому называется, но, по-моему, это один и тот же хозяин, если я не ошибаюсь. В Санкт-Петербурге, я знаю, их главный офис находится. И еще по маленьким городам разбросаны вот такие вот филиалы маленькие. Я не знаю, конечно, начальство может быть разное. Но говорю, в частности, за наш город, Воронеж, к примеру. Девчонки, если меня кто-то смотрит из Воронежа, не ходите туда работать, потому что там долговая яма, там не платят. Я отработала почти больше 1.5 месяца, и, соответственно, мне должны были заплатить аванс. Когда я приходила, мне сказали, есть аванс и заработная плата. Я с таким энтузиазмом подошла к работе, к делу, я работала, в общем, не покладая рук. Я бы и дальше оставалась работать, если бы вот непонятки вот с этой оплатой. На другом филиале, когда я работала, девочка начала мне рассказывать, что девочка до меня, которая с ней работала, она, получается, очень хорошо работала, кучу клиентов им наработала, потому что от клиентов мы тоже имеем процент. Они ее уволили, вдумайтесь просто, они уволили девушку. Я сначала, когда девчонка это мне рассказывала,
эту историю. Я подумала, что, может быть, у них какой-то конфликт произошел просто, ну, мало ли там, да, перед тем, как якобы мне заплатили, да, аванс мой злосчастный, вернее, не заплатили. Я поняла, что я ошибалась, и они, походу, просто увидели, что большая сумма выходит, и если она будет и дальше так работать, им накладно. В общем, в целом, много моментов меня настораживало. Стажировка не оплачивается, а стажировалась я 4 дня. Девочки, это смех и грех, если рассказывать все, что вообще бывает у меня на рабочих местах, это, конечно, ну, нонсенс. У них нет такого вот аванс и зарплата именно за месяц. Я, получается, к примеру, вот этот месяц ноябрь отрабатываю, и мне за ноябрь аванс только аж дадут в начале декабря, когда, в принципе, по идее, зарплата должна быть уже за ноябрь. Короче, это бред какой-то. Я говорю, мы так не договаривались, мне об этом никто ничего не говорил. Он там начал мне высказывать, короче, это. Я говорю, вы мне выдаете сейчас деньги, которые вот вы привезли? Да, пиши расписку. Короче, я написала расписку, отдала этот листок ему, тогда он только мне отдал деньги. Это вообще жесть, честно. У меня такой первый раз. Ну вот вы как-то негативно настроены уже стали, это. Ну, в общем, всякое бывает в жизни. Вы понимаете, кто как работает, кто на что надеется. Я говорю, да, я понимаю. Говорю, я надеялась на одно, и мне рассказывали одно, а получается другое. Говорю, нужно уведомлять, говорю, сразу своих работников. Он, ну, вы так сильно резко не это самое. Я говорю, что резко не это самое? Он, ну, я вам хочу сказать так, у меня... Вообще один кредит не погашен. Я говорю, подождите, я при чем? Говорю, работники при чем вообще? Как касаются к вашему кредиту? Он, да нет, никак, просто вот мы решили с семьей кредит не выплачивать, а выплачивать зарплату вот девочкам по объектам. Он мне там начал, вот я в Испании работал, а зарплата у меня была такая же, как и здесь, но я работал. Я говорю, подождите, так я должна с ваших слов, если меня не устраивает, все равно оставаться и работать, правильно? Я сама знаю, что мне лучше и что мне хочется, что мне не хочется. Таких работодателей у нас все больше и больше. И мало того, что хочу просто вот обратиться к девчонкам, да, и сказать, что не ведитесь на таких работодателей, которые сразу четко не ставят какие-то, да, цели. Они вам четко не говорят, что они хотят и что требуется от вас.